Сессия окончена. Сессия закончена, мы идем сейчас по тропинке. Виды отсюда красивые. Я потеряла вас. Наверх почти поднялась. Иди. Видите, какая красота. Жень с Дианой, наверное, пойдут сейчас туда, вот к источнику. Все туда идут, идут. Вот этот вот кувшин, его расписали, он раньше был просто одного глиняного такого цвета, без росписи. Красиво, очень красиво. Не находите, друзья? Вот здесь прям настоящая сказка. Так, давайте тоже спускаться. Здесь вот очередь за водичкой. Я не знаю, наверное, родник все-таки. Не хочу врать. Здесь тоже очень красиво. Ну и кувшин, конечно же. Тут. Я еще раз пойду. Ну, прилизывайся. Мы с тобой пойдем еще раз. Три, вторая и первая. Мы же приехали сюда отдыхать. Еще наливай, да. Как всегда, на следующем классе. Это получается, что-то родник, да? У нас лимонад можно выпить. Я еще нет. Не знаю. Ну да. Нет, я попью суп. Да, маму возьмем. Мама, попробуй. Давай, Максима, отходи. Максим, да. Иди сюда, люди подождут уже. Ага, все, все. Давай, закрываем. Все, давай, закрываем. Я пора. Я кукла, дай. Нет, все, холодненько, не надо. Погрейте, потом подпьете. Не надо, он сам не надо. Плачите, плачите. Ой, водичка! Такая освежающая водичка вообще. Вот в жару прям вообще. Вот нет слов. Очень красиво. Давайте поднимемся, сделаем несколько атмосферных снимков и двинемся дальше. Поднимайся, зайчик. Хорошо, хорошо. Вера. Котик чуть не выгодил. Смех и грех. Водичка какая красивая, да? Прозрачная. Нет, она прозрачная. Почему? Ну, конечно, немножко мутноват. Но как бы это же искусственно. Есть натуральная вода, есть натуральная. Нет, есть искусственные водоемы, есть натуральные. Стоп, с вами.
Смотрите, спряталась от меня моя семья туда. А ты вот сюда посмотри, Дарья. Опа. Извините, молодой человек, я пройду. Чема! Ты что это шея? Так, мои дорогие, ну а мы идем дальше осваивать Кудыкину гору, хотя мы здесь уже были, но все равно интересно, вот не менее интересно, что первая поездка, что последующая, здесь как бы все время интересно. И красиво, очень красиво. Красота. Отдыхаешь вот душой и телом. Сейчас будет солнечный. Так возьми очки, солнышко. Нет, классно здесь, конечно. Очень. Дорожки такие. Те, кто еще ни разу здесь не был, но все-таки слышали о этом месте, есть такое желание или мысль посетить, вы не раздумываете, посещайте. Здесь действительно здорово. Лавочка, да? Не знаю. Это не важно. Я думаешь, это лавочка? Можно присесть посередине дорожки, да? Дианочка. Что-то за... сеном пахнет. Это сено. Пойдем дальше, это папа от нас уже ушел. Ребята, а вот они домики, которые здесь сдаются. Можно снять домик, арендовать. Только, честно скажу, вот отсюда, если... я не вижу, там ни воды, ничего нет. А там нет пруда? Ну, там, может, какой-то ручеёк идёт, пахнет. Ну, не чисто, знаю. Скорее всего, просто пожарить шашлык, посидеть, скорее всего. Ну, может быть, здесь погулять. Может, нет, где-то пруд был там дальше. Это дальше, там он в домике есть. Ну, так они вот, видите, небольшие. Вот такие вот домики, прям домики. Так, ну, а мы идем дальше. Хорошо гуляете? Ой, здесь опять лавочка такая. Соломы. Не, придумали вообще классное пусть решение, супер. Здорово. Смотрите, здесь прям все вот так огорожено. Ну, вообще классно. Нет, это все-таки, мне кажется, домики просто тупо для того, чтобы переночевать. Пожарить шашлык, переночевать и все. Mm-hmm. Больше там нет такого, чтобы где-то занырнуть, да? А, ну идти. Этого нет, наверное, конечно. Нет, там просто вон, видишь, домик, ну, да, да. Нет ни озера, нет ни, как бы сказать, ни ручейка. Может, маленький тоненький ручеек идет, конечно, там, он где-то дома. Mm-hmm. Но опять же, все. Ой, друзья, здесь вот, смотрите, лошади, пони, то есть можно покататься. Такой автомобиль с соломой или сеном, как правильно? Сено, солома. Да вот же. Я в таких блатных очках не вижу. А, ты в очках крутых. Это газ, а вот номер не помню. Какой ретро-автомобиль-то классный вообще. Давай я сделаю атмосферные снимки. Я уже снимаю. Можешь выходить. А ты мне дверь откроешь? Мы сами откроем. Ты просто боишься, он развалится. Сколько ты весишь? Я 45, 46.
47. 46. Я взвешивала вчера утром. Не думаю, что за один день я справилась. Диана подарила одуванчик. Гостевые дома, видите? Вот только для проживающих сюда. Ну, мы туда не собирались. Мы пойдем смотреть верблюдов с лошадьми, с пони. Я на черной каталась. А, да, точно. Ну, такой, наверное, да? Верблюд. Куда идем? Это же вид. А сюда можно? Я боюсь, вдруг нельзя. Ребятки, сейчас посмотрим. О, смотрите. А там получаются шезлонги. А вода чистая, гляньте, прозрачная. Да, водичка хорошенькая. Ну, правда. Ну да, скорее всего, здесь можно будет. Тут можно завернуть. Нет, вот у меня камера не передает, но вода действительно нормальная. Если сравнивать даже с нашей Усманкой, это вообще. Ну, честно, ну, тут вон там утки плавают, конечно. В принципе, это все, поскольку постольку. Ну да, утки. Они разные, видишь, там, скорее всего, нет спуска к воде, а может быть и есть. Здесь вот спуск есть к воде, грубо говоря. Должен быть. Где-то есть шезлонги, где можно поиграть. Ой, какие классные, да, шезлонги это вот супер, прям летом самое то. То есть видите, какая здесь царит атмосфера. Поэтому здесь и поток людей такой нескончаемый. А, вот отсюда ракурс открывается летучий. Вот это. А, ну это любой может. Слушай, видишь? Вообще красота, вот скажи. Ну, видишь, это проточная вода. Видишь, вон мостик, там вода течет. Конечно, кто-то может зайти, можно зайти как-то. Ну, смысл? Да нет, мы просто моим проходим. Вон, видишь, вода течет, она проточная, из-за этого здесь вода чистая. Да, вот здесь течет. Она куда-то водичка? Либо туда течет, либо в эту сторону. Израиль, а вон домики, пожалуйста, ходите, гуляйте. Я вот не знаю, сколько стоимость домика, на сайте смотрела еще, по-моему, зимой, было порядка 8 тысяч. Ну, там в будние дни, по-моему, подешевле чуть была цена, сейчас не знаю, даже не смотрели. Но у них на официальном сайте все это есть. Прогулки с ламой, выпитание, проходить управление, прогулка с пони, это все на мини-ферме. Видите, ребятки, да? Вот так я гуляю. Ну, поставите на паузу, посмотрим. Видите, там вот есть, смотри, баня, да? 2000 есть, 2,5 за час. Потом купель с горячей водой, 1000 рублей за час. Беседка какая-то. А, нужно беседка на пляжу. 1000 рублей в час. Велосипед. 250-300 рублей в час. Так, здесь снова указатели. А вот он. Понька, где? А, ой, малышка. Вообще катает мальчика. Да, такой прям вообще, как из сказки. Идем. Не хочешь покататься на лошадке? Нет, на понике или на лошадке. Почему ты? Ты как-то тоже каталась. По-моему, 150 рублей. Я бы покаталась, будь я ребенком. Можно на тарифе это. Да. Ну, она так есть катается, видишь, по этим кругам. Ага. Это чисто именно по загородке. Вот, видишь, вот смотри, водичка такая, гляньте, течет. Течет, течет. Течет. А вон, видишь, аренда велосипеда. Фитипшин. Вообще это ресепшн, я так понимаю. Тут как-то они написали странно. Да, водичка прям, конечно. Там, скорее всего, глубоко, а здесь, видишь, уже мелко. Потому что видно, что
А если он покажет туда, то он, видишь, утки плавают. Дальше. Ну, мы сейчас чуть-чуть пройдем. Кустами огорожены здесь, правда. Да. Достаточно, как гостиница, представляешь? Ребята, вот если кому-то интересно, вот телефончик. Это не реклама, это я вот просто от души вам показываю. И что мне интересно, нет, еще не написала. Наши уволят. Тебя уволят. Да. Так, ладно, сейчас я покажу. Уточек хотела показать. Мне прям очень хотелось показать. Уточки уплыли, да? Я за ними охотилась. Это как в этом, в мультике. Охотились из фоторужья. Да, сейчас поближе подойду. Угу, сюда встану. Ну вы куда, красавчики, побежали? Гусики! Нет, это гусики. Да. Красавчики. Нет, здесь здорово вообще, ребятки. Вот кроме каких-то положительных эмоций, здесь, я не знаю, наверное, не получить других. И на этой ноге стараюсь, как можно больше. А вот катают, видите, на карете. И вот сейчас к нам приближается тоже еще одна колесница. Красивая вообще лошадь. Мостик прям такой. Оп. Вообще красавица, ага. На фоне Змеи Горыныча лошадь так едет. Бежит. У кого тут мини-пикничок, да? Черные лебеди, видите? А, черных я не заметила. Видите? Давай, мы там, по-моему, не ходили. Ой, мне кажется, это что-то дождик. У нас сегодня просто маршрут отдыха. Мы сегодня гуляем, наслаждаемся. Что здесь происходит?